Газон создает фон для всех композиций ландшафтного дизайна на загородном участке. Независимо от назначения и травяного состава, любая газонная лужайка нуждается в уходе. Один из способов поддержать декоративный вид газона – это, конечно, стрижка. Быстрому восстановлению травяного покрова после укоса способствует внесение специальных минеральных составов. Комплексные гранулированные удобрения повышают густоту травостоя и обеспечивают насыщенно зеленую окраску газонным растениям. Они состоят из смеси высококачественных компонентов с макро- и микроэлементами, не содержат хлор. Такие составы пользуются популярностью у профессионалов и у садоводов-любителей. У нас посевной газон. Используется он как детская площадка, где дети бегают, играют. Ранней весной мы всегда используем для него подкормку. И после каждой стрижки в течение всего летнего периода мы применяем комплексное минеральное удобрение для газона. Удобрение очень легко применяется. На 1 квадратный метр 50-70 грамм равномерно разбрасываем. Ну а затем ставим поливное устройство, чтобы хорошо пролить. Подкормку комплексными гранулированными составами необходимо повторять несколько раз за сезон. И тогда газон на вашем участке будет радовать плотным ковром из изумрудных трав.